Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А это видео по сбору криптовалюты BTC Сатошики Биткоин. У меня уже записан видео на моем канале подробно. Ну, я по всем уже вкладочкам не буду. Кто захочет, посмотрит видео, зайдет на канал. Я вот наклюкала вот этих монет BVC. Это 338 сатошиков. Я сижу только на одном кране. Сейчас я их поставлю на вывод. Кран без таймера. Вот. И сатошики набираются очень быстро. Можно как собирать, ну вот как я. Так, не знаю, надо точка, не надо. Точка. 0.06. Вот. Нажимаю виндрав. Может, точка не надо. Так. Что-то я не так, значит. Ага, инвалид. Что-то я сделала не так. Возможно, надо запятая. Или надо без точек. 1006. Как правильно вводить? Потому что я такие суммы большие еще не собирала. Нажимаю виндрав. Все. Ага, точку не надо ставить без точки, без всяких точек. И все, ушло на Faucet Hub. Переходим на кошелечек. Я перезагружаю страничку. И, пожалуйста, 338 сатошиков Bitvideo вот, прибыло на Faucet Hub. Далее перехожу на кран. Вот. И вот просто я вот нажимаю claim. И собираю. Баланс вот обнулился. Нас перебрасывают на страничку, где мы просто разгадываем капчу. Так, L. Нажимаем на синюю вкладочку. Ждем секунды. Это все делается быстро. У меня немножечко, как видео пишу, начинаю писать, начинает тормозить компьютер. Вот. Getlink. И перебрасывает на страничку. И вот мне 12 вот этих монет начислено. Опять нажимаю claim. Опять перебрасывает на страничку. И опять разгадываем капчу. На синюю вкладочку опять 7 секунд ждем. Getlink. И у меня вот уже стало 24 вот этих монеты. Так, ой, запутаюсь. Нажимаю виндрав. Как я уже сказала, можно и так, и сяк по-разному. Хотите сразу вводите, хотите копите. Так, 24 вбиваю. Нажимаю виндрав.
И опять на Faucet Hub улетела. Перезагружаю страничку. И 8 сатошков опять прилетело мне на Faucet Hub. Такой кран нормальный, он без заморочек, без всяких, нет как бы скрытых реклам всяких. Вот. И вот здесь, где вот конвертик нарисован, находится наша партнерская ссылочка. Кому интересно, пользуйтесь. Мне кран понравился, я на нем сижу. Я все равно на CryptoFaucet сижу, там надо 5-6 минут ждать. Вот ссылочка. И пока я жду, клюкаю здесь. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.